Слава, тебе традиционный пончик. Это не сок, он тёплый. Он очень тёплый. Внутри даже с кремом заварным. Вот этими руками делаю. Когда она носила песочные штаны. Да, те самые песочные штаны, которые стали уже легендарными. Да, ну, конечно, самым первым разом было это, когда я выиграл у нее шашки. Она проиграла, пошла целовать незнакомого парня, но мы это опустим. Лариса, пусть эти песочные штаны будут всегда в твоей жизни. Но не в виде штанов, а в виде какого-то уникального своеобразия твоего. Ни с чем не сравнимо. У каждой девушки, естественно, есть своя изюминка. Главное в жизни ее найти. Найти правильно и руководствоваться этой изюминкой. Лариса, пусть у тебя будет просто изюмный компот в жизни. С Новым годом, Тарзан!